Привет, дружище. Я тут, Макс Вехов, тебя приветствует. Захотел, вот крем у меня остался тут. Мать сделала тот самый тортик вкусный. А я хочу крем еще, он мокрый, его есть еще рано. Вот, а я подумал, хочется есть что-то сладенького. Можно, конечно, купить было бы что-то, там вафли, хуляфли, печенье какое-то юбилейное. Так от него, блин, толку никакого. Короче, решил себе сделать из продуктов что-нибудь вкусненькое. Сейчас буду делать. А ты будешь зрителям, как я буду делать. Вот, куда же камеру поставить. Ладно, короче, что мне надо? Мне для этого надо. Тарелку надо. Сейчас. Камеру поставить не буду. Музычка моя, диджей Колдун, мои треки новые. Так, вот, зашел, не знаю, куда камеру поставить, правда, блин, не очень удобно. Вот, короче, как-то так. Как, удобств, конечно, особо нету таких супер-пупер. Так, ну вот, сейчас, чтобы время, так сказать, зря не расходовать, сейчас подключим это самое... этот, как его, сковородочку, масло влью, масло полью туда, пускай оно нагревается. Вот, диджей Колдун, музычка пускай играет, чтобы ничего не запачкать. Так, сюда тоже масло нальем, муки немного, ну, 2 яйца, наверное, немного масла. Хватит. Так, яйца какие-нибудь. Так, яйцо можно и одно. Не обязательно два и три. Можно и одного хватит. Мне небольшой нужен этот самый. Вот так мы на реке живем. Да. Лучше, конечно, служанку себе нанять. Если... Ну, или с женой, конечно. Вот. Ну, жена тоже не служанка, в принципе. Завтрак в постель, то тоже прикольно. Ну, я сейчас не женат, как бы. Вот. И, честно говоря, особо не печалюсь. Вот. Что такое брак? Брак — это узаконенная проституция. Так сказал. Кто там сказал так? Этот, как его? Кто ж так сказал? Б. Не помню. Короче, какой-то писатель, какой-то философ. Не Булгаков, а этот, как его. Ну, короче, не помню, кто там. Короче, кто-то сказал. Что там он сказал, блин, пофиг. Так, вот для этого нам понадобится такой прибор. Лопатка такая. Ну, и вот ложечка. Сейчас помешаем это дело. Что тут? Яйцо, мука и масло подсолнечное. Все. В принципе, ничего не надо. Ну, еще можно этот, как его называют? Ну, ложкой. Забываю. Миксер, о, вспомнил. Ну, я без миксера. Вот, надо вложиться в 10 минут желательно. Мне. Чтобы не монтировать видео, вот это, там, 20 минут, 15 минут. Вот, я так делаю. Или час какой-то там будет, еще не хватало. На целый час тоже слишком. Так, там маловато что-то. Ну, можно еще водички подлить. Вот. Сюда еще можно воды подлить. Немного. Вот. Можно и так. Ну, будет такое вкусное. Вкусное, привкусное. Чтобы оно хрустело в эту. О.
кто-то там в Польшу поехал вкалывать, рабом стал. Нам и тут хорошо, на Украине нашей, на родной матушке земле, нафиг нам-то Польша. Рабы, блин, за деньгами гоняются, ну и шо? Не жизнь, а ад какой-то у них. Нет, чтобы здесь бизнес открывать, они там что-то делают. Налогов боятся. О, все. Готовенько, оно у меня черно-беленькое все. Вот, теперь мы разогрели эту, ой, что-то сильно разогрел, ну ладно. Что-то оно это. Огонек меньше сделаю. Что-то разогрел сильно этот сковородочку я. Сейчас моя дымится аж. Ну, женщина рука легкая. Ну, у меня тоже, в принципе, легкая. Я как не зайду в магазин или куда-нибудь, так за мной сразу очередь выстраивается. И все начинают возмущаться, что я это долго. То, что-то покупаю или что-то на ксероксе там или на распечатываю что-нибудь. Ну так скажи спасибо, что рядом со мной стоишь. Вот. С таким VIP-персоной. Вот. Ну, сразу подгорело, можно сказать. Сейчас мы перевернем. Моментально, нифига себе. О, ну, мужское это дело, блин, готовить. Вот такие вещи. Ну и что, сейчас что-то придумаем. Вот. Сейчас ты увидишь. Сейчас ты видишь. Не то, что надо, но сейчас я уже все, так сказать, выберу все, что надо. Получилось как раз к тему. О, сейчас. О, красота. Все это можно постирать, как говорится. Ой, ты испугала меня. Так, вот оно, смотри. Мое творение вкусненькое будет сейчас. Поспешил, людей насмешил. Сейчас переложить как-то. О. Ну ничего, так для этого я и вещаю, чтобы вас веселить. Я, конечно, не клоун. Кому-то там, кто-то там в семейной жизни зачах. И думает, что у него горит очах. Вот. Очах хорошо, это когда денег нормально много, и дети не голодные, и есть деньги на образование, а не растить каких-то бомжей. Вот. Нафига бомжи? Бомжей и так вон хватает. Вот. Детям надо заводить детей, чтобы дать им образование хорошее. Ну вот, в принципе, штука готова. На фото я сделаю цветной этой штуки сейчас вот. Ну все, оно практически готово, сейчас я ее доделаю и буду уже кушать с кремом. Фотку, фотку, ну да, фотки я две сделаю, а может я одну посмотрим.
Все, музычка играет, диджей Колдун моя. Все, пока-пока. Подписывайся на мой канал.